Уважаемые коллеги, добрый день. Давайте проверим звук, вид. Как там у нас видео, аудио? Дайте мне, пожалуйста, знать. День, коллеги. Спасибо. Так, Наталья Модестовна, не уходите. Я пока отключаю, всю связь проверим. Даю возможность, хорошо ли нас Татьяне, видно, слышно, все ли у нас в порядке. За связью, да, отлично. Отлично. Так, Наталья Модестовна исчезла на время. Ну, значит, коллеги, очень коротко, ближайшие анонсы, самая важная информация в начале, как всегда, я вам размещу. В начале чата у нас были 4 полезные ссылки, я их еще раз вам сюда сейчас продублирую. Первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров на текущий год. Можно заходить, регистрироваться, выбирать те, которые вам наиболее интересны, и записываться заранее. На некоторые вебинары у нас бывают такие очень хорошие аншлаги, и мест можно хватить, поэтому лучше заранее записаться и заранее прийти. Запись этого вебинара, так же, как и записи всех других вебинаров, обязательно будет вестись. И через несколько дней появится на нашем видеоканале на YouTube. Это вторая ссылка. Для всех, кого интересует онлайн-обучение, третья ссылка – это страница наших онлайн-курсов. И, кстати, по поводу онлайн-курсов, хочу сразу разместить ссылки на 2 курса, которые, в принципе, несколько взаимосвязаны между собой. Практическое руководство автора-преподавателя, который начинается 28 апреля, это мой курс. Мы занимаемся там поиском информации, работой с информацией, поиском источников и так далее. И второй курс нашей сегодняшней ведущей Натальи Модестовны, он начнется 12 мая. Курс по подготовке, технологиям подготовки успешной диссертации. Поэтому вот, пожалуйста, эти 2 курса. И по ссылкам можно перейти, познакомиться с программой более подробно и записаться на тот, который вас интересует. И 3 ближайших вебинара, которые нас ожидают в самое ближайшее время. Ну, в этот раз их будет 4. Завтра нас ждет встреча с Ольгой Кондратьевой, врачом-психиатром, клиническим психологом, арт-терапевтом. И вебинар будет по теме «Ребенок с задержкой психического развития в образовательном учреждении». 22 числа нас ждет вебинар «Университетская библиотека онлайн для преподавателя». Читаем, работаем, публикуем. Проведет его наш постоянный ведущий и руководитель учебно-методического центра компании «Директ Медиа» Павел Юрьевич Калинников. 23 числа у нас будет целых 2 вебинара. Мы опять встретимся с Павлом Юрьевичем в 12 часов и поговорим о визуализации и инфографике в обучении, инструменты и лучшие практики. А в 14 часов 23 апреля пройдет вебинар «Финансовые компетенции педагога. Основа финансовой грамотности детей». Наш постоянный уже ведущий Юлия Дьякова, кандидат экономических наук, доцент и консультант-методист по финансовой грамотности, проведет эту встречу для нас. Ну, вот такие у нас новости в ближайшие дни ожидают. А сейчас, коллеги, я хочу передать слово Наталье Модестовне для проведения нашего сегодняшнего вебинара про электронные библиотеки для аспиранта-докторанта и про РИЦ. По сертификату в конце вебинара, как всегда, сертификат будет сформирован, вам выдан. И ссылку на страницу выдачи я вам в конце вот таким вот чат сообщением мы вам ее разместим. Ну что ж, коллеги, на этом я свое вступительное слово заканчиваю и передаю слово Наталье Модестовне. Еще раз приветствую. Так хотела вас увидеть, что даже опередила Татьяну в начале эфира, да? Ну что, я надеюсь, все видно, слышно. Если вдруг что-то не так, дайте мне знать. А мы будем тогда начинать. Тема сегодняшняя наша представлена на слайде.
Соответственно, я думаю, что большинство из вас и то, и другое, и электронные библиотеки, и РИНС как система знакомы. Наша задача сегодня разобраться в некоторых тонкостях, деталях именно применительно к тем людям, которые готовят диссертации, будь то аспиранты или докторанты. Поэтому сегодня у нас запланирован вот следующий план. Сначала про эти самые библиотеки поговорим немножечко, потом два примера приведу более подробно, что, где можно использовать, какие есть преимущества и так далее. Потом поговорим по публикационной активности, насколько она важна или не важна для аспиранта, докторанта, вообще как ее встроить в свою деятельность и нужно ли это делать, да. И поговорим о том, как оценивать журнал для публикации. Я сомневаюсь, что вас надо учить искать, как, да, эти журналы. Вот. А по поводу оценки, ну, может быть, поделюсь некоторыми не самыми такими вещами, которые на поверхности лежат. Да, возможно, вы тоже о них знаете, но мне бы хотелось немножечко углубиться. Поэтому давайте будем двигаться по нашему плану. И вначале я хотела бы вам задать вопрос. Друзья, насколько вы активно используете электронные библиотеки вообще в своей деятельности? Неважно, готовите ли вы публикации и ищете, например, литературу, или готовите публикацию, допустим, да, и ищете журнал. Насколько вы часто прибегаете к помощи электронных библиотек? Давайте по десятибалльной системе от 1 до 10. То есть насколько они у вас вот уже вошли в обиход? Отлично, прекрасно, прекрасно. По-моему, у нас прям 10 баллов, это даже больше, чем остальных значений. Угу. Угу. Отлично. А теперь еще один маленький вопрос, друзья. Вот те, кто написали 3, 5, 7 и так далее, давайте определимся, вам они не нравятся или вы технически не знаете, как их использовать более эффективно? То есть давайте так, если они вам не нравятся, просто минус, ну, не лежит душа, господи, мы все разные, да, по-разному бывает. А вот если технические какие-то сложности, то вы ставите плюс. Будьте добры еще мне ответить в чат. Угу. Технически, так. В основном технически есть вопросы к этим библиотекам, поэтому не все понятно, да? Отлично, друзья, благодарю, что вы со мной поделились, потому что это мне важно для того, чтобы сейчас по ходу нашего вебинара, может быть, на какие-то вопросы и ваши ответить, и в том числе просто акцент сделать именно на это, да? Дело не то, что не любовь, а дело в том, что надо разобраться. Итак, давайте разбираться. Да, и еще, друзья, еще один момент в чат. Будьте добры, чтобы я понимала, нас сегодня достаточно много, чтобы я понимала, сколько среди нас аспирантов и докторантов. Если вы аспирант или докторант, поставьте пятерочку в чат, пожалуйста. Только подключитесь, пожалуйста, все. Угу. Еще. Я хочу понять примерно сколько, какой процент у нас аспирантов, докторантов. В основном, да? Угу, угу. Нет. Нет, нолики плюс. Угу, угу. Отлично, друзья, отлично. Просто я почему опять же вас спрашиваю, потому что вначале я сказала, да, что мы акцент сделаем именно на этом, для того, чтобы вебинар все-таки был полезен и тем, кто не является аспирантом, докторантом, чтобы вы все-таки нашли для себя что-то, что можно использовать. А, методисты, ну да, наверное, здесь есть люди, которые сами не пишут, но помогают тем, кто пишет, да, и это очень здорово. Итак, давайте разбираться с электронными библиотекарями. Что с библиотекарями, говорю, библиотеками. Итак, электронные библиотеки, зачем они аспиранту, докторанту? То есть мы сейчас переключаемся полностью на эту категорию. Отлично, я вот и оговорилась, потому что вижу, что у нас библиотекари. Значит, для аспиранта это три момента, которые имеют смысл вообще для себя
зафиксировать. Первое. Электронная библиотека нам с вами нужна для того, чтобы удобно, быстро, качественно, более эффективно искать литературу, если мы хотим опубликоваться, и нам нужна статья. Либо мы подбираем литературу для диссертации, для решения этой задачи электронные библиотеки очень удобны. Второй момент. Электронные библиотеки не все, но мы сегодня будем говорить об основных, да, которые нам нужны будут, очень помогают нам в поиске научных журналов. И не только в поиске, поискать мы их можем хоть где, например, в перечне журналов ВАК, да, потому что от нас ВАК требует публикации именно в этих журналах, и мы бы могли поискать в перечне. Но в перечне мы не можем оценить журнал. А нам нужно его именно не просто найти, но и провести его оценку. Следующий момент. Если мы говорим о том, что мы ведем научное исследование, особенно это актуально для докторантов, безусловно, нам интересно отслеживать судьбу нашей публикации. В каком смысле? Не в смысле, что опубликована она или нет, а в том смысле, что цитируют ее или нет. Этот вопрос будет более актуален для дальнейшего, скажем так, вашего пути, да, но на самом деле этим вопросом, так знаете, как хотя бы фоном, тогда об этом вопросе надо знать, этим вопросом нужно озадачиваться. Ирина Витальевна задает вопрос по поводу презентации. Нет, презентации я не предоставляю на вебинарах, можно делать скрин экрана, если вам это удобно, либо посмотреть потом его в записи, да? Запись будет доступна всегда на канале. То есть вот эти вот три момента актуальны для аспиранта больше всего, аспиранта-докторанта. Давайте посмотрим, в чем общее, да, у электронных библиотек. Ну, самое замечательное, что они доступны нам вообще, если у нас есть просто интернет, нам эти библиотеки доступны. Сейчас не самые легкие времена мы переживаем, и вот эта доступность библиотек из любой точки в любой момент времени сейчас приобретает еще большее значение, да, потому что мы свои исследования не остановили. В обычную библиотеку сходить сейчас у нас нет возможности. Электронные библиотеки все абсолютно нам доступны. Второй момент. Если мы сравним, это опять же не к тому, что не надо ходить в нормальные обычные библиотеки, надо ходить, но мы должны просто понимать преимущества, да, и понимать, когда мы идем в такую библиотеку, а когда мы используем электронную библиотеку. Электронные библиотеки имеют доступ к большему количеству, точнее говоря, не то что доступ, да, они загрузили уже в тело своих библиотек огромное количество публикаций. И, конечно, не каждая библиотека, которая, особенно если она в регионе, может сравниться с тем объемом публикаций, которые есть в электронных библиотеках. Тем более, если вы используете не одну электронную библиотеку, а несколько. Тут сравнить вообще невозможно. Ну и еще один момент, то, чем страдают тоже вот региональные, в особенности библиотеки, которые такие настоящие, скажем так, да, не электронные библиотеки, это невозможностью так быстро и в таком количестве иметь свежие публикации. Но не может библиотека быть подписана под все издания, да, это очень дорого. И вот это огромное общее преимущество электронных библиотек, что мы можем к самым свежим журналам, к самым свежим монографиям иметь доступ. И это очень классно. Что касается особенностей, очевидно, что библиотек очень много. Сегодня задача не состоит на нашем вебинаре перечислить все существующие, хотя я приглашу вас это сделать, но чуть позже. В чем особенности, которые мы должны, как аспиранты, докторанты, когда мы работаем с электронной библиотекой, обязательно учитывать? Первый момент. И почему их нужно учитывать? Их нужно учитывать, потому что вот я как экономист, да, я доктор экономических наук, поэтому я за эффективность во всем. Да, и вот эту работу организационную, которую вы ведете как аспирант или докторант, ее тоже нужно вести эффективно. Так вот, для того, чтобы вы по максимуму могли взять из этой электронной библиотеки всеми ее возможностями воспользоваться, надо понимать те вещи, которые представлены на слайде. Первое. У всех библиотек есть особенности доступа. Какие-то библиотеки абсолютно открыты, там можно даже незарегистрированному пользователю воспользоваться всем максимумом того, что она предоставляет.
Некоторые библиотеки при регистрации дают такую возможность, некоторые библиотеки доступны по подписке. То есть вот этот момент вам нужно сразу же для себя учесть. То есть когда у вас будет подборка библиотек, которую вы для себя определили, какие библиотеки для вас важны, откуда вы собираетесь черпать вот эти литературные источники, то вы прям, можно табличку даже себе составить, да, вот такая-то библиотека, такие-то условия, такие-то возможности. Особенно это важно для докторантов, потому что у вас путь длинный, и вы к этому периодически будете возвращаться. Вам нужно иметь очень много публикаций, мы об этом говорили. У вас крупная работа, то есть с литературой вы будете работать очень активно. И поэтому вот какую-то информационную такую подборочку для себя сделать относительно библиотек, название, ссылка на эту библиотеку, особенности и условия доступа, например. Это будет очень хорошо. И там вы примете решение, может быть, в какой-то библиотеке целесообразно даже приобрести доступ, если вы собираетесь долго пользоваться. Может быть, это доступ, который предоставляет вам организация, и тогда, может быть, вам проявить инициативу и переговорить с руководством, да, для того, чтобы этот доступ открыт был не только вам, но чтобы вообще ВУЗ озадачился или ваша научная организация озадачилась приобретением доступа к этой библиотеке. Второй момент. Когда мы начинаем с вами вообще осуществлять поиск, неважно чего, поиск литературы для подготовки текста или поиск издания, в котором вы бы хотели опубликоваться, безусловно, в каждой библиотеке есть свои отличия. И почему я говорю, не надо стремиться охватить необъятное, библиотек очень много, не надо все их себе в подборку брать. Почему? Потому что, ну представьте, каждая библиотека подразумевает свой какой-то алгоритм поиска, алгоритм организации работы и так далее. И вы просто потратите кучу времени, если он интуитивно вам непонятен, то получается, что вы потратите кучу времени для того, чтобы понять, как там организован поиск. Так может быть проще изучить 2, 3, 4, например, там, библиотеки и ими пользоваться по максимуму, да, и как бы забрать из них все, что только можно, и для себя, да, для своей исследовательской темы, а не сидеть и изучать там, как устроены, как функционируют и как осуществляется поиск там, в 15, например, разных библиотеках. То есть вот об этом тоже задумайтесь, потому что это та особенность, которая у вас заберет время, а вам время нужно на исследование, а не просто на изучение литературы. Следующий момент. Безусловно, в каждой системе есть отличия, которые предоставляются пользователю по поводу текста. То есть, хорошо, я нашла этот текст, что я с ним могу делать? Я могу вообще только аннотацию увидеть, или там есть полные тексты, я могу его только прочитать, или я могу внутри системы с ним что-то делать, но скачать не могу, или я могу его прямо скачать и уже на своем рабочем компьютере делать. То есть вот когда вы будете разбираться, да, в какой системе вам лучше работать, то, естественно, надо вот на это тоже обратить внимание. Опять же, если у вас будет много библиотек, но в части из них вы только видите этот материал, представляете, вот вам его надо использовать для работы, вам бы надо там выделения какие-то хотя бы сделать, иначе вы будете возвращаться постоянно и тратить на это время, если вы всего лишь только посмотреть можете эту работу. Это, конечно, классно, что вы ее можете хотя бы посмотреть, но если какой-то другой сервис предоставляет возможность хотя бы внутри системы производить какое-то редактирование, да, выделять цветом, делать какие-то пометки, это уже преимущество, и поэтому библиотеку выбираем такую, в которой вам будет удобно работать. Потому что я всегда спрашиваю участников моих курсов, там, программ различных, да, а у вас, если заходит тема о литературе, а у вас литература обработана? Человек мне говорит, да, конечно, обработана. А когда мы начинаем смотреть, выясняется, что нет, мы просто под словом обработана подразумеваем совершенно разные вещи. И эта литература не обработана, с ней будет очень сложно работать, к ней будет сложно возвращаться, особенно если мы пишем не просто статью, да, это у нас какой-то короткий промежуток времени работы с литературой, а когда мы пишем большую работу, да еще и длинную, там по времени,
типа докторской, например. Там вообще с литературой нужно поработать изумительно, чтобы вам потом было легко и просто, и чтобы литература вас не задавила, чтобы вы ее победили, а не она вас. Поэтому вот смотрите, вроде бы очевидные вещи, но если мы их не учитываем, мы тратим напрасно время. Еще раз, не надо распаляться, не надо брать там 10-15 библиотек, лучше возьмите одну, две, ну три, например, да, поучитесь в них работать, или возьмите 5, а из них выберите 3, да, то есть наиболее удобные какие-то для себя. Опять же, смотрите, друзья, я сегодня, безусловно, дам какие-то там вам рекомендации для тех систем, которые могут вам помочь, но это не значит, что они обязательно вам помогут, да, то есть это как с лекарством, мы должны подбирать под себя. Одному человеку нравится вот это, другому вот это, поэтому ваша задача попробовать и выбрать то, что вам поможет сэкономить время и найти хорошую литературу. Значит, когда мы, вот я тему задач назвала, да, электронные библиотеки, а потом думаю, ой, неправильно, надо же ведь еще не только о библиотеках поговорить. Поэтому давайте мы, подразумевая, называя, да, электронные библиотеки, будем говорить не только о чисто библиотеках, потому что на самом деле есть еще очень полезные системы и там, сайты и так далее, которыми можно воспользоваться ровно для этих же самых целей. А если попытаться понять их отличия, то вот я очень так упрощенном варианте, чтобы не заморачивать вам голову, а дать вам именно полезную информацию, разделила их на две категории. Это поисковые системы, то есть это некие системы, в которых есть информация, она систематизирована определенным образом, и вы ее можете там найти, с ней поработать. Сейчас чуть позже я про эти системы проговорю. Вы можете себе сделать скрин. И второе, да, это с одной стороны, это могут быть вообще базы данных и системы цитирования, типа Scopus и Web of Science, вы там прям можете что-то искать. Но кроме того, у нас есть сайты и сети, которые позволяют тоже найти не просто даже информацию, а еще и найти, например, соавтора. Это часто тоже бывает очень полезно. Поэтому вот все это в чистом виде не называется электронной библиотекой, но по своей сути, то есть по тем задачам, которые вы можете решить, это очень близко к этому, и поэтому имеет смысл этими системами пользоваться. Давайте я сейчас буду чуть поподробнее про некоторые из них вам расскажу, да, не только вот представленные на слайде, и прокомментирую, где плюсы, где минусы, а вас попрошу вот что сделать. Смотрите, друзья, мы с вами работаем в разных исследовательских пространствах, то есть у нас есть наука, внутри которой мы творим. И, безусловно, например, если я экономист, я использую одни системы, если вы, допустим, физик, вы будете использовать другие, если медик, то третий, архитектор, там четвертый и так далее. Поэтому у нас сейчас есть с вами замечательная возможность, нас более 100 человек, поделиться друг с другом, а какими системами или библиотеками пользуетесь вы. Соответственно, пока я сейчас буду кратенько в чате по слайдам рассказывать, вы можете делиться друг с другом в чате этой информацией. Например, написать науку, физика и перечислить те библиотеки или электронные системы, которые вы используете для своей работы. И участники нашего чата приобретут большое количество информации по своей специальности, да, каждый посмотрит, обратит внимание именно на тот совет, который нужен, и потом может воспользоваться. Поэтому, друзья, пожалуйста, включайтесь, не жалейте, да, поделитесь информацией, помогите друг другу, это будет очень здорово. А я пока очень кратенько по вот этим системам. Ну, наиболее понятная для нас система, которой мы все наверняка редко или часто, но пользовались, это Киберленинка. Это настоящая научная электронная библиотека. Соответственно, здесь абсолютно открытый доступ. Если мы говорим о необходимости или там отсутствии необходимости регистрации, то
Здесь можно совершенно без регистрации находиться, и у вас абсолютно все имеющиеся здесь материалы будут вам доступны бесплатно. Какие преимущества у киберлинки? Ну, во-первых, вы можете скачать материал себе, то есть вы можете работать с ним прямо на своем компьютере. Кроме того, вы можете посмотреть, есть такое здесь, то есть когда нашли какую-то статью, чуть ниже, если вы пролистнете вниз, там будет такой подраздел «Похожие статьи». То есть вы очень можете оптимизировать поиск, найдя одну статью, у вас разворачивается вот этот верный поиск. Это сделать удобно, поэтому этот ресурс, он абсолютно бесплатный, даже без регистрации, соответственно, им можно пользоваться. Более того, когда вы находите статью, вы сразу же видите, сколько раз ее просматривали, сколько раз ее скачали, то есть уже сразу можно понять, вообще эта статья, ну, такая дельная, или, может быть, она новая, ее никто не видел, или, может быть, ей никто не заинтересовался, скорее всего, может быть, она вам не подойдет, да? Следующее, наиболее популярный, да, с наиболее популярных, это, естественно, e-library. Это тоже электронная библиотека, прям в чистом виде электронная библиотека. О ней мы сегодня будем говорить много, поэтому я сейчас на ней останавливаться не буду. Я скажу только два момента по поводу доступа. Во-первых, вы, в принципе, можете использовать абсолютно без всякой регистрации, тоже зашли и посмотрели, но ваши возможности будут существенно ограничены. Если же вы зайдете в эту библиотеку как зарегистрированный пользователь, то у вас появится больше возможностей, о них чуть позже поговорим. Поэтому здесь доступ для вас тоже будет бесплатный, нужна просто регистрация, хотя можно обойтись и без нее. В этой системе вы тоже можете скачать статью к себе, вы можете ее сохранить в подборке. Кроме того, у вас есть возможность искать здесь еще журналы. Здесь очень удобный поиск журналов. Я обязательно это сегодня все покажу и детализирую. Пока вот такой обзор, пока вы делитесь друг с другом в чате. Благодарю всех, кто включился и пишет свои рекомендации. Это здорово, когда мы чувствуем, что мы как команда, понимаете, мы не просто на эти вебинары пришли, а мы каждый и что-то берем, и чем-то делимся. Это очень классно. Большое вам спасибо, друзья. И что касается по e-library, очень важный момент. Несмотря на то, что эта библиотека открытая с точки зрения вашего доступа к ней, но она содержит в себе не только открытые документы, но и те публикации, которые вы не можете даже посмотреть. То есть там есть только аннотация. Поэтому здесь вот есть такие особенности, которые тоже нужно учитывать. Вы можете найти какой-то материал, но он окажется вам недоступным, его можно купить, например. Да? Или есть возможность перейти на какой-то другой сайт и там посмотреть, может быть, там доступен. Обычно это на сайт издательства вас переводят, и там какие-то возможности дополнительные. Еще одна библиотека, тоже настоящая библиотека, это не просто сервис, да, это BiblioClub или BiblioClub, если по названию сайта, то да, мы с вами, наверное, тоже пользовались этой библиотекой. Значит, что здесь в этой библиотеке, какие преимущества? Значит, во-первых, это библиотека, которая доступна вам, как работнику организации, у которых есть к ней, у нее подписка. Поэтому, если вы заинтересованы, то вы можете проявить инициативу и обратиться к себе в учебном заведении или в научной организации для того, чтобы инициировать это. Тем более сейчас действует возможность получить открытый доступ, но только для того, чтобы бесплатный, скажем, да, но для этого вам нужно, чтобы от лица организации было обращение, и здесь появятся очень большие возможности. Мы об этой библиотеке тоже поговорим сегодня чуть подробнее и чуть-чуть попозже. Здесь есть следующие преимущества. Эта библиотека позволяет вам работать с документом внутри самой системы. Чем это хорошо? Вот вы сохранили на домашний компьютер, например, если вы не в облаке сохранили, а где-то на домашний компьютер сохранили статьи из предыдущих библиотек, то если вам компьютер недоступен, то вам недоступны и материалы.
А эта библиотека вам доступна тоже из любой точки. Если у вас есть доступ, вы зашли, соответственно, и поработали внутри. И вы там и выделять можете, и отмечать можете, и сохранится это все у вас. То есть сервис организован таким образом, что вы работаете прямо внутри. И это тоже часто очень полезно, чтобы не засорять там компьютер, потому что у аспирантов, докторантов очень много литературы, чтобы она была для вас понятна и систематизирована. Следующий момент. Уже не чистая библиотека, да, а именно поисковая система, это Google Академия. В принципе, это тоже открытая для нас возможность, можно без всякой регистрации здесь работать, вы можете искать как российские, так и иностранные источники. Единственное, если вы хотите найти иностранный источник, вы свое ключевое слово вводите на иностранном языке, да, и вам появятся, значит, все иностранные статьи, да, если вы будете на русском языке вводить, естественно, вам будут попадаться русскоязычные авторы. Что эта система нам позволяет? Во-первых, если вы не регистрируетесь, вы просто ищете, там есть куча фильтров, с ними можно познакомиться, и тогда поиск у вас будет более точный, все интуитивно, понятно. Если вы регистрируетесь и у вас есть там профиль, то вы, соответственно, уже как автор можете, значит, отслеживать ситуацию по своим публикациям. Следующий источник, огромная территория, можно сказать, да, где находятся журналы открытого доступа, то есть это такая категория журналов, где вы можете познакомиться с полным текстом. Кроме того, этот ресурс абсолютно бесплатный, вам там не нужно даже регистрироваться. Там есть возможность регистрации, но она необходима только для издателей и только для волонтеров. Если вы ни тем, ни другим не являетесь, то вы работаете абсолютно просто через поисковую систему и получаете доступ к огромному количеству публикаций полнотекстовым. Поэтому эта система, настоятельно рекомендую ее для тех, кто имеет необходимость или требование такое, чтобы у вас была дополнительная литература на иностранном языке. Почему именно ее? Потому что масса других систем есть, но там могут быть очень существенные ограничения. То есть у вас только аннотация и все. А это именно полный текст, это то, что нам с вами и надо. Это абсолютно бесплатно для вас. Ну и еще, конечно, одна система, которую правильнее назвать научная социальная сеть, да, это академия.еду, да, то есть академия, которая такая сеть, которая академическая, она посвящена научным публикациям, и в ней есть очень большое преимущество. Во-первых, в этой системе вы можете искать те статьи, которые вам интересны по вашей исследовательской теме, но кроме этого вы можете зарегистрироваться в этой системе как автор и, соответственно, контактировать с другими авторами. То есть это самая натуральная социальная сеть, в которой можно найти и соавтора, и можно пообщаться с автором публикации, которая вам интересна, задать ему какие-то дополнительные вопросы. То есть это та сеть, которая... Да, безусловно, я понимаю, что если вы зашли, например, в какую-то электронную библиотеку, нашли статью какого-то автора, и там чаще всего, мы сейчас с вами знаем, есть электронный адрес этого автора. И как бы вы вроде тоже на электронный адрес можете написать. Но возникает вопрос, ждет ли этот автор письма, да, по этому электронному адресу, будет ли он вам отвечать или нет. Те авторы, которые зарегистрированы в этой системе, они там не случайно зарегистрированы. Они зарегистрированы для того, чтобы общаться, и поэтому если вы им напишете, вероятность того, что вы получите ответ, очень высокая. Ну, естественно, если вы будете общаться с иностранцами, нужно писать на их языке, но тем не менее, это очень классный ресурс для того, чтобы посмотреть вот такие новые какие-то, сформировать новый взгляд, и, может быть, именно вот такой ресурс для общения, вот так же, как мы встречаемся на вебинарах, да, и мы чувствуем, что вот у нас какая-то команда есть, вот точно так же и там вы чувствуете себя членом вот этого сообщества. Ну и еще очень классная фишечка у этого ресурса, что когда вы там являетесь зарегистрированным автором, вы указываете там сферу своих интересов,
И вам на почту приходят, когда появляются там новые какие-то статьи или материалы, вам приходят по этому поводу уведомления. Допустим, когда я регистрировалась, я указала свой научный интерес, да, и мне очень приятно, мне практически каждый день приходит от них письмо, которое содержит информацию о том, что они мне рекомендуют посмотреть вот этот материал или вот этот материал и так далее. То есть вот, пожалуйста, тоже еще одно отличие, которого нет вообще, вот выше названных, такой возможности нет с точки зрения общения и с точки зрения вот получения конкретного уведомления на почту. Соответственно, вот эти библиотеки или эти электронные системы, которые я вам прокомментировала, это только часть из той огромной массы, которая существует. И если мы с вами сейчас, я вернусь на секунду к чату, пробежимся по вот этим рекомендациям, которые вы писали, мы сразу же можем понять, что есть еще поле, да, непаханное, где можно посмотреть литературу. И вот в зависимости, видите, от того, очень хорошо, что вы писали медицина, например, там информатика, да, для того, чтобы легче было ориентироваться. Друзья, можете прямо до конца вебинара делиться друг с другом, если у вас есть такое желание, если вы реально пользуетесь библиотеками, это будет очень полезно. А сейчас мы с вами переходим к следующему вопросу и, значит, поговорим о тех электронных библиотеках, которые дают нам, мы все-таки на русском языке пишем с вами работу, дают нам какие-то особенные возможности, да, то есть вот отличаются, и чем-то они прям вот могут вам сильно пригодиться. Честно признаюсь, что biblioclub.ru – это ресурс, с которым я познакомилась, когда писала докторскую диссертацию, и тогда мы не сотрудничали с Директ Медиа, да, и, соответственно, не проводили вот эти вебинары, и для меня это было вообще настоящее открытие, и я вам сейчас расскажу, почему. Может быть, вы для себя этот ресурс тоже откроете, потому что он разными возможностями вас может удивить. Значит, во-первых, когда мы с вами заходим по ссылочке, попадаем на главный экран, у проекта много различных предложений, они представлены вам на главной странице. Нас интересует именно библиотека, университетская библиотека онлайн. Соответственно, мы проходим по этой вкладке и попадаем в систему, которая очень хорошо структурирована. Вот здесь есть системы, которые просто интуитивно понятны, да? А есть такой вариант работы с поиском, который вам экономит кучу времени, потому что вы можете прямо конкретные ограничения ввести. Смотрите, две рамки на слайде. Так, я надеюсь, что появился курсор, друзья. Поставьте плюсик, пожалуйста, если курсор появился. Спасибо. Смотрите, вот когда вы авторизовались, тут, естественно, вы должны зайти в эту систему. И когда вы авторизовались, и когда вы начинаете поиск, вот видите, вот эта вот поисковая строка, вы сразу же нажимаете на расширенный поиск. Не надо просто простым поиском искать, вы попадаете вот на такой экран. И, соответственно, вы здесь видите, что вы можете искать по разным коллекциям, и это очень удобно. Например, для меня этот ресурс оказался просто, вот я его ни с чем не могла сравнить, я о нем рассказывала всем коллегам, всем там своим студентам, которые интересовались и так далее. У нас у института был доступ к этой библиотеке. Расскажу почему. Здесь просто невероятный раздел с периодикой. То есть для меня, я защищалась по региональной экономике, для меня очень важно было иметь доступ к совершенно конкретным профильным журналом. И одним из таких журналов для меня являлся журнал «Региональная экономика. Теория и практика». Этот журнал выходит ежемесячно, он по подписке очень дорогой. То есть если бы его я попросила выписать в библиотеку, например, то у нас бы просто библиотека не согласилась. Несмотря на то, что он хороший, но это же узкоспециализированный журнал, да, он только по региональной экономике. Поэтому я его искала вообще всеми способами во всех библиотеках, и я его, естественно, находила,
Но он был с ограниченным доступом, то есть там невозможно было в этом журнале что-либо посмотреть. Но я видела, что есть такая статья, но ознакомиться я с ней могла только за деньги. И если вы сейчас попробуете поискать этот журнал на Киберленинке, например, вы его найдете, но там будут старые номера, ну, по крайней мере, свежих номеров там не будет, вот последних, ближайших, которые нам, собственно говоря, и нужны для того, чтобы ознакомиться с тем, что сейчас происходит, да, вот, а например, на e-library этот журнал будет, но он будет с ограниченным доступом, вы увидите автора, название, статью, аннотацию и все, и потом вам предложат эту статью, одну статью купить за 250 рублей. Соответственно, я столкнулась с точно такой же ситуацией до тех пор, пока не зашла на этот ресурс. И оказалось, что я для себя выбрала раздел периодика, ввела название издания. Здесь я не показала вам, потому что тут, друзья, очень длинный экран, но на каждой строчке, в конце вот этой строки, есть открывающийся список, вы там можете все выбрать. И тип издания, и укрупненную группу специальностей, и уровень образования, все, и годы поставить. То есть вы можете сразу в этой системе задать максимально конкретный режим поиска, что вам конкретно нужно. То есть экономьте время, не ищите просто лишь бы что. И когда вы это сделаете, я для вас это делала буквально вчера, да, для того, чтобы эти слайды сделать, вот, пожалуйста, я нашла этот журнал. И вот, пожалуйста, вам доказательство того, что то, что было характерно для этого сервиса раньше, оно характерно для него и сейчас. Здесь есть за 2020 год, который у нас сейчас идет, то есть это самые свежие номера, они здесь уже подгружены. Они в абсолютно бесплатном для вас, то есть они платно для вуза, да? Для вас, как для сотрудника, это бесплатно. Соответственно, вы имеете доступ к профильному изданию, которое по подписке бы вы сами себе не позволили, вуз бы ваш не позволил себе, потому что оно дорогое. А здесь, пожалуйста, вы имеете доступ к полным текстам. Следовательно, вы можете зайти в любой, который там вас интересует, журнал. Я показываю на примере этого журнала. Ясное дело, что вы свои журналы ищете точно таким же образом. Когда мы заходим в конкретный журнал или в конкретную статью, что мы здесь внутри сервиса можем сделать? Значит, во-первых, мы можем читать онлайн. Возможности сохранить там есть, но какими-то фрагментами. Я вам даже не рекомендую это сохранять, рекомендую работать в системе. Там можно все отметить, поставить закладки, там выделить и так далее. Все очень удобно. Но в рамках такого одного вебинара я не могу об этом просто по времени успеть рассказать. Но я вам настоятельно рекомендую ознакомиться, потому что эта библиотека очень удобная. Кроме того, для тех, кто испытывает сложности с оформлением библиографических описаний, хотя уже, наверное, таких среди нас не осталось, Татьяна уже, Телегина, нас научила этому на своих вебинарах, но тем не менее, везде, где вы попадаете на какую-то вкладку, там, журналы или статьи, у вас есть вот такой раздел «Библиографическое описание», оно составлено уже абсолютно правильно, и вы не тратите время на то, чтобы оформить ссылку, разобраться, как эти ссылки делаются. Да, вы просто скопировали, но это ссылка вот на журнал, а естественно, если у вас будет статья, значит ссылка на статью. То есть вот этот момент тоже очень удобный, он тоже экономит ваше время. Поэтому, конечно, я этот сервис рекомендую, и вот это моя любовь с тех времен, потому что я понимаю, что здесь есть такие источники в полном открытом доступе, которые недоступны в других моментах, на других ресурсах или источниках. Это что касается возможностей. Я сказала, что очень много ресурсов у этой системы, да, и вы можете посмотреть в зависимости от того, чем вы занимаетесь, да, может быть, вам нужны энциклопедии, у меня вот здесь не до конца вошел на слайд рисуночек, вы можете зайти и посмотреть. Там есть и энциклопедии, там есть и, если вы, например, еще и руководитель там работ выпускных, там есть и сервис для работы с ВПРом, да. Но нас с вами, как аспирантов, докторантов, еще один ресурс этой системы интересует, это образовательный портал. Я не знаю, кстати, друзья, признайтесь, пожалуйста, есть среди сегодняшних участников те, кто впервые на вебинаре со мной, то есть вот вы не были раньше, поставьте там, я не знаю, смайлик или плюсик, чтобы я поняла. Угу. Еще. Вот отлично, друзья, вот смотрите,
Мы с вами вообще-то, да, вот сегодня впервые встречаемся, и это здорово абсолютно, я вас рада видеть и приветствую. А на самом деле вебинары для аспирантов и для докторантов мы с Директ Академией проводим уже 2 года. То есть уже вот таких открытых вебинаров провели мы больше 20 штук. Соответственно, там каждый вебинар по новой теме. Эти вебинары открытые. Если вы хотите с ними ознакомиться, то вы по той вкладочке проходите и оказываетесь вот на этом ресурсе. Это дополнительный ресурс, который, это уже не библиотека, да, это образовательный портал. И здесь очень удобно тоже все систематизировано, тоже для экономии времени. Пожалуйста, если вас интересуют вебинары, вкладочка, да, курсы, треки. Вот на эти 3 вкладки я бы обратила ваше внимание. Значит, здесь вебинары просто, вот как Татьяна их сегодня презентовала, да, они в порядке следования. Но если, допустим, вам интересна конкретно тема аспирантов и докторантов, то есть какие-то рекомендации, какие-то наши встречи, чтобы вы не потерялись, я вам рекомендую воспользоваться вкладкой «Треки». То есть, вот, например, мои вебинары объединены в трек. Вы можете туда пройти, найти меня как спикера, да, и посмотреть все вебинары, которые уже прошли или которые будут в этом году, зарегистрироваться и, пожалуйста, приходите, потому что мы не последний раз в этом году встречаемся, мы встречаемся раз в месяц, нас еще ждут очень интересные темы. Точно так же в этой же системе, в этой же вкладочке «Треки» вы можете посмотреть треки других авторов. Наиболее по нашей тематике близкий к нам автор – это Татьяна Телегина. Таня, тебе большое спасибо за твою работу, потому что Татьяна рассказывает и про библиографические все вещи, и про поиски, оценки и так далее, как оформлять, как цитировать и так далее. То есть мы прям вот, если у вас по этому моменту вопросы, заходите, ищите трек ее вебинаров и посещаете. Потому что я об этом не рассказываю, и вот здесь мы друг друга дополняем, и это вам будет в помощь, потому что разобраться с существующими ГОСТами, конечно, можно, когда люди говорят, так это все в открытом доступе, понятно, что в открытом доступе, но вы попробуйте, идите с ГОСТом, разберитесь. Здесь вам человек все объяснит, как нужно делать, и вы сэкономите на этом время. Ну и, естественно, тут есть вкладка «Курсы». Я не могу не воспользоваться сегодняшней нашей встречей для того, чтобы пригласить вас на свой курс, который стартует 12 мая. И если вам, если вы пишете диссертацию, если у вас, может быть, вы ее писали и бросили, да, вот таких людей очень много, которые приходят на курсы, потом возобновляют свою деятельность. Или вы писали ее очень долго, вы уже устали и собираетесь бросить. Я вас тем более приглашаю на курс, потому что на этом курсе я пошагово вам объясню весь ваш путь, который вам предстоит проделать. И этот курс не теоретический вообще, он абсолютно практический. Все разберем, все фишечки, лайфхаки и так далее, которые упрощают вашу деятельность, не понижая качество вашей работы. Очень кратко покажу вам темы для того, чтобы вы могли сориентироваться. У нас будет 8 тем. Мы будем работать 2 раза в неделю. Естественно, все записи у вас будут. Естественно, все материалы, которые я буду давать для того, чтобы вы могли работать, они у вас тоже будут. У нас будет закрытая группа на Фейсбуке. Я буду отвечать на ваши вопросы. На любом тарифе вы мне сможете задать вопрос на Фейсбуке. Разницу, пожалуйста, там на страничке курса посмотрите. Моя задача вам буквально пробежаться по темам. В первой теме рассмотрим, чем отличается путь аспиранта и докторанта. Многие теряются в этом. Вроде бы те, которые писали диссертацию, люди считают, что они... Я же уже писал кандидатскую, друзья, это не одно и то же. Поэтому я здесь разведу эти вещи и покажу вам, в чем особенности, на что вам нужно уделить внимание больше, чем, например, аспиранту. Во второй теме мы будем говорить вообще о всех видах деятельности, которые должен вести аспирант или докторант. Многие забывают об этом, совершенно не занимаются планированием. Я вас научу планировать вашу работу так, что вы не сможете не защититься. Да? То есть
Если вы правильно организуете процесс, у вас обязательно все получится, и вы дойдете до защиты. Третья тема будет посвящена вашим выступлениям на конференциях и публикациям. Вот в открытом вебинаре мы с вами уже говорили в этом году о публикациях, но я не могу за один час все-все-все рассказать. Там, естественно, будет другое, более детально, более глубокие вещи, которые технически сложно рассказать за короткую встречу. Дальше мы поговорим о тех шагах, которые вам предстоит пройти до защиты. Многие считают, что самое главное – написать диссертацию. Друзья, я вас, может быть, разочарую или, может быть, открою вам глаза на реальность, но я вам скажу, написать диссертацию – это только половина дела. Ее надо защитить. И после того, как вы ее напишете, перед вами открывается такая дорога, неизвестная, ухабистая, со всякими подводными течениями, камнями и так далее, что если вы не знаете, как ее преодолеть, то вам сложно будет дойти до защиты. Многие, имея диссертацию, не доходят до защиты, потому что они не знают, как пройти вот этот оставшийся путь и не оказывается рядом человека, который бы рассказал или помог. В следующей теме мы будем говорить о работе с литературой, о работе с цифровыми данными, о том, как правильно составить план диссертации. Это вот пятая, да, то есть как бы подготовка вот эта фундаментальная. В шестой теме речь идет о работе именно с текстом, как написать саму диссертацию, да, то есть какие приемы есть, какие методы, и в общем все-все-все, вот эти детали и тонкости, которые в этом смысле есть. Седьмая тема полностью посвящена автореферату. Очень многие считают, что а что такое автореферат? Господи, я напишу диссертацию, отожму его, и у меня получится реферат. Нет, друзья, это совсем не так. Поэтому целая тема посвящена тому, как работать над авторефератом для того, чтобы он у вас был достойный и произвел впечатление должное. Ну и восьмая тема целиком посвящена тому, как раз вот этому пути, который откроется перед вами после того, как вы напишете диссертацию. Со всеми тонкостями, где что нужно учесть, какие документы подготовить, в какие сроки, все сроки вы будете знать. Я вам абсолютно все расскажу, где можно срок этот минимизировать, где нельзя его, как бы вы там ни старались, его невозможно, например, минимизировать и так далее. То есть и так, как подготовиться к защите надо, и что на защите, и даже что будет после защиты, да, потому что после защиты жизнь не кончается, а только начинается. Там нужно будет готовить аттестационные дела для диссертационного совета и ВАКа. Это огромная работа, в которой тоже надо разбираться. Поэтому буду рада вас видеть, буду рада вам помочь. Пожалуйста, присоединяйтесь. И на страничке курса посмотрите. Еще дам вам маленький короткий совет. Если вы сомневаетесь, мы люди так устроены, что мы всегда во всем сомневаемся. Это очень хорошо. Когда человек сомневается, значит, он ищет более какие-то серьезные аргументы для себя. Я люблю людей сомневающихся. Если вы думаете, нужно мне, не нужно идти на курс, я вам рекомендую посмотреть отзывы участников. Вы удивитесь, какие они огромные. Не потому что я их попросила написать такие большие отзывы, потому что 80% участников сказали, что они бы не решились пойти на курс, они просто не знали, нужен он или нет, и что там будет, да? Они решились, потому что они прочитали отзывы предыдущих участников. Поэтому не поленитесь, там есть маленькие отзывы на сайте, а есть прям вкладочка с отзывами. Зайдите туда и посмотрите. Это живые люди, вы их можете найти на Фейсбуке, им задать вопросы и так далее. То есть это абсолютно реальность, и отзывы написаны ими именно такие, потому что они понимают, что они могут быть полезны для вас при принятии решений. Поэтому жду вас на курс, буду очень рада посотрудничать. Сразу хочу сказать, что я, как и на открытых вебинарах, не укладываюсь в тайминг, точно так же я не укладываюсь в тайминг на курсе, несмотря на то, что заявлено, что занятия на курсе будут по 1,5 часа, мы по разным темам работаем по 2-2,5 часа, поэтому приготовьтесь, что легко вам не будет на курсе, но зато легко будет потом. Хорошо, друзья, давайте тогда продолжим. Значит, очень важный момент для аспиранта-докторанта понять разницу. Вот e-library, да, на которую мы все время ссылаемся, и вот среди тех, кто писал, поучаствовал в
рекомендательном процессе, да, многие написали e-library. И РИНС – это одно и то же, или это разные вещи, или вообще как мне, как аспиранту или докторанту, с этим делом разобраться? И как мне это использовать, самое главное, да? Потому что я не за то, что вы знаете, да, некоторые вещи, которые я рассказываю, потом, например, встречаю людей, они мне там говорят, а я это знаю, а я задаю простой вопрос, а вы это делаете? И чаще всего бывает, что нет. Поэтому я за то, чтобы делать. И вот давайте, как мы с этим выбором или с этой ситуацией будем разбираться, чтобы нам делать правильно, да? Мы должны с вами развести два понятия. Первое – это e-library, как электронная библиотека, и РИНС, как индекс научного цитирования. Я не буду читать слайд, вы прекрасно видите, в чем здесь разница. Почему они соседствуют или существуют на одном электронном ресурсе? Потому что разрабатывает их одна компания. И поэтому мы говорим e-library, подразумеваем RINS, говорим RINS, подразумеваем e-library, да, несмотря на то, что это не одно и то же. Как нам с точки зрения нашей деятельности использовать вот эти составные части вот этого сайта? Значит, если мы говорим про электронную библиотеку, то мы там ищем литературу. Если мы говорим про RINS, то в РИНСе, благодаря РИНСу, точнее говоря, да, мы можем оценить журнал для публикации, то, что мы сегодня будем делать, или оценить свою публикационную активность. Точнее говоря, оценивает, конечно, система, но мы, видя свои результаты, можем с этим что-то делать, а можем не делать. Но, тем не менее, мы имеем такую возможность. Соответственно, еще один очень важный момент, о котором, по-моему, мы с вами говорили, но я сочла необходимым на это заострить ваше внимание. Значит, у многих в голове существует еще одна связка, что если уж у меня журнал ВАКовский, то значит он обязательно индексируется в РИНС. То есть если я там опубликуюсь, это повлияет на мои показатели, да, публикационные. Нет, друзья, не сейчас. Сейчас ситуация изменилась. Я вам сделала на слайде прямо вырезку, это цитата из решения, которое приняла ВАК относительно того, что те журналы, которые ВАК считает рецензируемыми и включает в свой перечень, не обязательно индексируются в РИНС. Вот эта вот мысль, она должна вам быть очень четко понятна. То есть это может быть журнал ВАКовский, но он на ваши показатели цитируемости, там, публикационной активности никак не повлияет, потому что он в РИНС не индексируется. Да, сейчас это возможно. Обращайте на это внимание, я покажу чуть позже, где, в какой момент это сделать и как это сделать. Ну и в связи с чем это произошло, в связи с тем, что такая ссора, скажем так, да, это произошло в связи с тем, что РИНС начал чистить свои ряды, имеется в виду издательские, да, и очень много и журналов, и материалов конференции было удалено в свое время, и они продолжают эту работу. Я вам сделала ссылочки на сайты, где указаны те журналы, которые исключены. Учены из РИНС в прошлом году были, и журналы, которые предоставляют рецензии. Что это значит? Это журналы, которые тоже находятся под надзором, да, под присмотром. То есть вообще, значит, этим журналам РИНС не очень доверяет. Поэтому, когда вы выбираете издание, не поленитесь потратить 2 минуты времени, зайдите по этой ссылке и посмотрите, возможно, ваш журнал висит на волоске, и возникает вопрос, надо ли туда свою публикацию размещать. Ладно, если вы просто преподаватель, ну, не станет он там ВАКовским, РИНСовским, вам как бы ничего страшного с этим не случится, да. А если, так, сейчас вижу просьбу, сейчас, секунду, найду у себя эту ссылочку в презентации, она отсюда не откроется, эта ссылка. Давайте я вам вот эту ссылочку, сейчас, друзья, секундочку. Так. Елена Ивановна, пожалуйста, и все друзья тоже, пожалуйста, можете воспользоваться, да. Смотрите, если эти журналы исключены из РИНС, я вам покажу, где это можно посмотреть. А вот если они под вопросом, то только по этой ссылке, иначе мы никак это узнать не можем, поэтому, пожалуйста, это вам для использования, когда мы ищем и когда мы оцениваем.
Теперь давайте чуть больше углубимся в следующий момент, очень важный, да, вот я вам сейчас про курс презентовала, когда курс, я вам говорила, что огромная совокупность видов деятельности, которые ведет аспирант. Так вот, одним из видов деятельности является деятельность по публикационной активности, то есть аспирант, докторант вынужден публиковаться. Но мы с вами знаем еще этот термин по другому поводу, мы знаем это как показатель. Так вот, для аспиранта и докторанта что важно? Публикационная активность как деятельность или как показатель? Вот давайте с этим вопросом разберемся, куда нам бросить свое внимание активность. Итак, смотрите, публикационная активность у нас как бы с двух точек зрения может быть рассмотрена. Как деятельность по подготовке публикаций, она, естественно, обязательна для аспиранта, докторанта. Почему? Потому что мы с вами должны выполнить требования, которые предъявляют к нам ВАК. Мы с вами на вебинаре, когда мы рассматривали публикации, говорили там и о требованиях, обо всем. Если вы не были, пересмотрите его, пожалуйста, запись наверняка уже есть на канале. Соответственно, здесь у нас нет выбора. Хотим мы, не хотим, мы эту публикационную активность будем проявлять, потому что перед нами есть требования как ВАК, так и диссертационных советов, чуть ниже сейчас об этом поговорим. А вот как наукометрический индикатор, который в себя включает целую систему показателей, да, по большому счету, ну да, вот я специально такие показатели вам на слайд вынесла, которые кажутся, ой, ну так они же важны, да. На самом деле давайте разбираться, важны они для вас, как для аспиранта или докторанта, а не просто как для исследователя или нет. Если мы говорим о деятельности, да, то эта деятельность обязательна, потому что есть требования. Вспоминаем, какие требования есть. Есть официальные требования ВАК, положение о присуждении ученых степеней, они есть, и мы с вами на вебинаре об этом говорили. Второе, есть неофициальные требования диссертационных советов. Это что такое? Это когда вы в совет приехали, а вам говорят, ой, а у вас монографии нет, а вы докторант, нам нужна монография, да? То есть вот эти неофициальные требования нужно заранее узнать. Я вам об этом рассказывала в прошлую, ну, вот в ту тему, когда мы об этом говорили. Посмотрите, сейчас нет времени об этом повторяться. Кроме того, есть требования по качеству. Да, по качеству в каком смысле? Какая это будет публикация? Из перечня ВАК журнал должен быть, или это прям Scopus или Web of Science должен быть, то есть некоторые диссертационные советы, несмотря на то, что официально, помните, самый первый наш вебинар мы встречались в сентябре, говорили то, что мы ожидаем, какие нас ожидают изменения. Мы ожидаем, что вот эти международные издания будут добавлены как официальное требование. Пока они не добавлены, но диссоветы уже подсуетились и уже просят от своих аспирантов, докторантов, чтобы они имели вот эти публикации в этих изданиях. Кроме того, есть требования по месту публикации. Что это означает? В некоторых диссертационных советах, особенно это касается советов, которые самостоятельно присуждают ученые степени, есть вообще свой перечень. То есть мало ли, что этот журнал в ВАКе, мало ли, что он там в Scopus индексируется или еще что-то, у них свои перечни, то есть на это тоже обращайте внимание. Второй момент. Если мы рассматриваем публикационную активность как вашу деятельность, не сбегайте туда от текста диссертации. Очень многие аспиранты-докторанты увлекаются большим количеством публикаций. Ну, докторант вынужден увлечься, хочет он или не хочет, потому что мы с вами говорили о том, что там огромное требование к публикациям, да, там 10-15, в зависимости от вашей специальности, это только основных, а надо еще, можно сказать, столько же дополнительных, то есть у докторанта нет выбора, у вас должна быть суперактивность. И, кстати, если докторанты, вы не умеете спланировать свое время на подготовку публикации, диссертации, да, не знаете, что первично, что вторично, вы будете работу писать несколько лет, прям долго. Поэтому если с этим есть проблема, тоже, что называется, приходите, научу вас планировать свое время для того, чтобы вы быстрее достигли своей цели и защитились. Поэтому, если вы чувствуете, а аспиранты очень часто убегают от текста, когда человек понимает, что все, он уже опубликовал все, что нужно, и нужно писать текст, он садится перед белым листом, да, вот этот курсор, который вот на нервы капает на пустом листе. И кто сталкивался с этой ситуацией, очень хорошо меня поймет. Вот, и, соответственно,
они как бы сбегают от этого и начинают еще одну статью писать, вместо того, чтобы текстом заниматься. Вот этого нельзя. Как только это за собой заметили, сразу останавливайтесь и возвращайтесь в диссертацию. Ну и, естественно, еще вот эта публикационная активность, она не только от вас зависит. В каком смысле? Ну, в том смысле, что чтобы написать публикацию, важны не только вы. Вот диссертацию вы написали, и все, больше никто в это не внедряет. Но сколько вам надо было времени, столько вы ее и писали. А публикацию вы написали, ее же еще опубликовать надо. И мы сейчас будем рассматривать, как оценивать журналы и что нужно учитывать, по той простой причине, что эта деятельность зависит не только от вас. Там еще включается рецензирование, публикация, получение этой публикации себе, да, тоже говорили об этом, насколько это важно в прошлой нашей встрече. Поэтому публикационная активность не обсуждается, она важна, она приоритетна, но нельзя как бы убегать в публикации от текста диссертации, иначе вы удлините свой путь. А вот как научный индикатор, то есть как некое мерило вашего научного веса, да, цитируемости ваших работ и так далее, друзья, вы этим займетесь позже. Я всегда за поэтапность. Давайте двигаться по очереди. Да. Сейчас перед вами стоит задача написать и защитить диссертацию, вот займитесь этой задачей. Поэтому раз такого требования ВАК к вам не предъявляет, он не говорит, какой должен быть индекс Хирша, он не говорит, сколько у вас должно быть цитирования, он не говорит, в каких изданиях у вас должно быть цитирование, или вы должны цитировать какие издания. Да? Нет требований вот по поводу этого индикатора, поэтому не тратьте на это сейчас время и энергию, направьте их лучше на диссертацию и на исследование. Поэтому не приоритетно, это будет вашим приоритетом после того, как. Но многие участники наших программ говорят, да, Антальмин, да мы это все понимаем, что как бы надо от этого отключиться, но я же работаю, например, в ВУЗе или в научной организации, у меня есть эффективный контракт, и по нему у меня требуют. Ну, если требуют, значит, учитесь совмещать деятельность и вот эту оценку. Я сейчас покажу, когда мы будем оценивать журнал, как этого добиться, чтобы убить двух зайцев, что называется. И журнал себе подобрать, как аспиранту, докторанту, и повлиять на возможность вашего будущего цитирования, чтобы вас цитировали. Да? Какие тут инструменты могут быть? Не искусственные. Про искусственные не буду говорить. Как накручивать индекс Хирша, как еще что-то. Да, вот четвертое я указала. То есть вообще эти показатели, по большому счету, ну, то, что они мне не нравятся, то, что называется мое дело, да, это никому не важно, никому не интересно, не нравятся они мне, потому что они сейчас у большинства авторов, они рукотворные. Что значит? То есть люди поняли, как их накачать себе эти показатели, они просто это используют. То есть, ну и нет, не отражает вообще. Зайдите, посмотрите, какой у меня индекс Хирша, он у меня маленький. Почему? Я не занимаюсь этим вопросом, да, потому что я не считаю это показателем, который реально измеряет что-либо. Но тем не менее, если у вас его просят, да, чтобы он у вас был какого-то уровня, да, даже если вы не знаете, как его там накачивать себе, да, и не хотите этим, хотя бы не навредить, как в медицине, да, чтобы хотя бы его не ухудшить. Проговорю немножечко об этом в двух словах, когда про журналы будем говорить. То есть вот это для вас важно. И если все-таки вы вынуждены вот этих двух зайцев убивать, то я вам, и даже если не убиваете в любом случае, я вам настоятельно рекомендую знать две важные возможности, которые на e-library есть, они реализованы именно через RINS. Первое, зарегистрируйтесь обязательно как автор на e-library, то есть у вас уже начнется процесс цитирования, да, пока вы будете там что-то писать, готовить диссертацию, ваши публикации начнут присоединяться к вам как автору, у вас тихонечко, независимо от вас, начнут эти показатели тихонечко формироваться. И второй важный момент, он важен не для аспирантов, а для докторантов. Прошлая наша встреча с вами, друзья, была посвящена подготовке монографии. Это, конечно, задача та еще не такая простая, но если вы монографию написали, я вам все тонкости в прошлый раз рассказала, что надо отправить, надо то, надо все. Так вот еще один важный момент нужно обязательно сделать, если вы хотите, чтобы она у вас влияла на ваши индексы, это разместить ее на e-library. Для этого
Вот в эту вкладку «Размещение непериодических изданий» на e-library заходите и смотрите, как это сделать. Это делаете вы как автор, да, и, соответственно, вот для аспирантов, докторантов, которые готовят, да, здесь интерес представляет именно монографии, потому что ваши учебные пособия, они для вас никак не засчитаются, как для аспиранта и докторанта. Ну и последний блок – один из самых важных, потому что здесь как раз мы не про поиск, а про оценку. Да, наверняка каждый из вас знает, как искать на e-library журналы, поэтому я об этом буквально два слова скажу, а я про фишечки больше, да, про что нужно, про то, что нужно учесть. Итак, когда мы с вами заходим на e-library, вот если вы хотите оценивать журналы, да, обязательно авторизуйтесь. Когда вы ищете литературу, вы можете зайти просто так. А вот когда вы оценить журнал хотите, обязательно заходите авторизованно. Здесь можно искать по-разному, я просто напомню, или для тех, кто не знает, скажу, что если вы осуществляете поиск, вы можете делать это через вкладку «Поиск». Вот это главная страница этого сервиса. Лучше делать сразу через расширенный поиск. Объясняла, почему на примере другого ресурса, потому что этот поиск будет более заточен под ваши запросы, под ваши нужды, и вы сэкономите время на отбор, потому что чем более общий отбор выполнен, ну, вывалится у вас там 250 источников. Представляете, сколько времени нужно будет потратить для того, чтобы понять, это мне подходит или нет. Экономьте время на технических вопросах. Ну и журналы, да, вот есть такая вкладочка «Навигатор», и в ней первая гиперссылка – это журналы. Если вы пойдете на эту вкладку, будучи авторизованным, вы попадете вот на такой каталог журналов. И, конечно, каждый из вас искал журналы, мы сюда вводим название, если вам оно известно, если неизвестно, оставляем эту строчку пустой, обязательно выбирайте тематику, я на своей тематике, друзья, показываю, потому что понятно, что нас здесь много и все мы разные, но особенности, да, технические, они будут одинаковыми. Смотрите, что важно, вот если вы хотите искать журнал для публикации. Я настаиваю на том, что не надо пытаться публиковаться в журналах, недоступных пока для вас. Недоступных, потому что туда трудно попасть. И для того, чтобы сразу сформировать поиск с учетом вот этого, вот этого параметра, сложно или несложно будет попасть в этот журнал. Во время поиска издания сразу же ставьте здесь, там вы на треугольничек нажмете, там выпадающий список выпадет. И там разные варианты по названию, по цитируемости и так далее. Можете поиграться с этим, но я вам рекомендую по рейтингу и по убыванию. То есть у вас выстроятся самые такие весомые научные журналы, они будут вверху. И вы посмотрите, как они будут распределяться вниз, вниз, вниз. И я сейчас вам скажу, объясню, да, на что обращать внимание, когда мы сам журнал будем изучать. Но вы чтобы сразу поняли, что если этот журнал высоко в списке, значит он будет трудный. Я пример покажу сейчас трудных журналов. Если он трудный для попадания, если он будет ниже, значит он будет проще. Безусловно, есть такой параметр, тоже наукометрический, который называется impact factor журнала. Вы можете на него ориентироваться, но я вам сегодня фишечку еще посерьезнее покажу, потому что ну и что, что impact factor там 1,5, это хорошо или плохо? Надо знать об этом, да, или там 0,2, это хорошо или плохо? То есть еще в impact факторах надо разбираться. Я вам сейчас очень простое покажу, как не разбираясь в impact факторе, вы сможете оценить, легко попасть в этот журнал или сложно. Если мы говорим, да, убиваем двух зайцев, с одной стороны мы выбираем журнал, в котором мне будет доступно опубликоваться, да, с другой стороны я хочу, чтобы моя статья из этого журнала, ну, имела больше шансов на цитируемость. Что это, для этого нужно сделать? Во-первых, нужно, чтобы она индексировалась в РИНС, иначе если она индексироваться, это издание индексировалось в РИНС, прошу прощения, если это издание в РИНС не будет индексироваться, ни на какие ваши наукометрические параметры ваша публикация не повлияет. Поэтому здесь мы выбираем, там много, опять же, немного, там два, по-моему, варианта, индексируется, не индексируется. Здесь мы выбираем, чтобы индексировалось.
Второе. Смотрите, казалось бы, ну какая разница, в открытом доступе или нет? Теперь поставьте себя на место человека, который ищет литературу, и ему может попасться ваша публикация. Ну, естественно, нам с вами интересно не просто знать, что есть статья там Логачевой Натальи Модестовны с таким-то названием. Нам надо ее прочитать. И если я ее прочитаю, тогда я могу и ею воспользоваться в своей работе, и тогда я поставлю на этого автора ссылку. И значит, эта статья будет индексироваться для этого автора. Понятна логика? Поэтому мы выбираем здесь в открытом доступе не просто для того, чтобы вы могли почитать. Мы же сейчас журнал ищем не для того, чтобы вам его читать. Мы не литературу ищем. Мы ищем журнал, в котором мы будем публиковаться. Но выбираем журнал в открытом доступе, чтобы ваша статья была открыта для других читателей. Вот эта мысль понятна? Поставьте мне плюсик, пожалуйста, чтобы я... Это вот важнейшая мысль. Вот это никто практически не замечает этот момент. Он очень простой, но он очень действенный. Классно, отлично. Друзья, спасибо. Рада, что эта мысль понятна. Рекомендую вам этой фишечкой пользоваться. Она вам очень поможет. Теперь смотрите, а остальное... Я вот все время настаиваю, да, выбирайте журнал себе по силам, по силам. Смотрите, если я поставлю, и что он в ВАКе, и что он, допустим, там в ядре РИНС, и что он в Web of Science, и что он в Скопусе одновременно, представьте, какой журнал мне выпадет. Мне выпадет журнал, в котором я буду 2 года пытаться попасть со своей публикацией, если я аспирант, и даже если я докторант, да, я не буду эту внутреннюю кухню сейчас говорить, но поверьте, мне это будет очень долго и очень сложно. Возникает вопрос, надо это делать, когда мы пишем диссертацию? Нет, не надо, потому что у нас есть сроки, нам надо укладываться в сроки, мы должны их учитывать. Поэтому вы выбираете не с точки зрения, а дай-ка я проверю себя, не слабо ли мне, да? А вы выбираете с точки зрения необходимости. Если вы... аспирант, и вам надо там 2 или 3 ваковские публикации, вот ставьте здесь галочку, не ставьте никакого ядра РИНС и просто выбирайте адекватный для вас журнал, ваш профильный журнал, и, пожалуйста, с ним сотрудничайте. Защитите диссертацию, можете все эти флажки активизировать и попробовать, да, как Camel Trophy, сможете вы такой преодолеть маршрут или нет, да, так и здесь. Пока вы пишете работу, занимайтесь работой, а не публикацией. Смотрите, что у нас получается, если мы начинаем искать журналы. Вот, допустим, я сегодня практически весь вебинар привожу вам в качестве примера. Ольга Ивановна, великолепный вопрос, спасибо за вопрос. Давайте я вернусь, друзья, на предыдущий слайд и объясню. Вовремя вы очень его задали, большое спасибо. Смотрите, во время этого поиска вы не можете указать свою специальность, то есть шифр вашей специальности этот сервис не позволяет учесть. Видите здесь какая вкладочка? Тематика. Поэтому мы вынуждены будем с вами сначала отобрать здесь журналы, а потом их проверить в перечне ВАК, по вашей специальности, они ваковские или нет. Здесь есть эта возможность, но я, честно говоря, все равно перепроверяю. Я вам ее покажу, что здесь это можно увидеть, но не во время поиска. Дальше смотрите, вот я вот этот журнал начала для примера, вот давайте этот журнал мы и нашли с вами. Когда я его нашла через такой поиск, я просто по гиперссылочке, по названию журнала перешла на него, и вот открывается такая вкладка об издании. Что мы видим? Мы видим сведения об издании. То есть мы начинаем оценку журнала, но проводить мы ее начинаем неочевидным способом. То есть очевидный способ – это когда люди зашли в этот журнал, вкладка публикационная, по-моему, активность журнала, и там куча показателей. И вот он сидит с этими показателями, учится. Зачем вам эти показатели? Не тратьте на это время. Заходим просто на вкладку и начинаем смещаться вниз. Здесь гораздо вам полезнее информация содержится. Смотрите, первое, на что я обращаю внимание, мы по-хитренькому, да, выбираем. Нам надо сразу с вами все понять. Во-первых, я смотрю, этот журнал старый или новый? Но чем он более старый, тем лучше. Да? Скорее всего, он сохранит свой там, статус ваковского там, такого и так далее. Да? То есть хорошо, когда журнал старый.
Второй момент. Я смотрю число выпусков в год. 12 он выходит раз в месяц. То есть попасть туда, скорее всего, будет проще, чем если журнал выходит там реже. 12 статей не очень маловато, но я могу сразу посмотреть, если в журнале 196 в среднем страниц, значит, я могу сразу, я еще на сайт журнала не ушла, я в этой карточке нахожусь, я могу сразу представить, что минимум там 10-12 страниц с меня попросят, да? Я аспирант, например. Если я хочу написать более короткую статью, есть журналы, где можно написать статью 5-7 страниц, значит, этот журнал мне не подходит вот просто по этому параметру, потому что я хочу написать более короткую статью. Я, может, еще недостаточно погрузилась в тему, может, я вообще первую статью в жизни пишу, я еще не... Для меня 10 страниц – это целое, я не знаю, я месяц буду ее писать или больше. Поэтому обращайте внимание вот на эти вещи, вы сразу поймете объем примерной статьи, еще не заходя ни на какой сайт журнала. Для сравнения, смотрите, еще один журнал «Экономика региона», тоже мой профильный журнал, я вам его просто для сравнения, сведения об издании тоже. Смотрите, в этом журнале 4 выпуска в год. То есть я понимаю, в 4 выпуска будет сложнее попасть, хотя внутри журнала 25 статей. То есть если мы там посмотрим, там где-то там 100 с лишним и здесь примерно 100 статей. Смотрим на объем журнала, 330 страниц, 25 статей. Значит, это тоже примерно где-то в районе 13-15 страниц статья у меня будет. То есть это журнал, который тоже захочет от меня большую статью. Если я хочу маленькую, значит, он мне не подходит сразу, я даже дальше не пролистываю. Вижу, что журнал тоже, в принципе, не новый, достаточно с историей, да, соответственно, меня это успокаивает. Действуем дальше, продвигаемся, то есть вы по этой вкладке, я вам сейчас вот эту вкладку дальше как бы опускаю, но уже фрагментом, только тот фрагмент, который нам с вами нужен, и я название издания написала, чтобы вам было повиднее. Смотрите. Второй момент, куда вам надо смотреть, не на импакт-фактор журнала, вам надо понять, как происходит рецензирование этого журнала. Что значит как? Меня интересуют вообще два параметра, как аспиранта или докторанта. Первый параметр. Легко ли мне туда попасть? Доля отклоненных рукописей 15. Да? Ну, в принципе, нормально. Кстати, да, друзья, сразу хочу вас... как бы уберечь вот люди, которые ко мне приходят на индивидуальные консультации, да, с вопросами, все, я там написал публикацию, у меня там ее расчехвостили, эту публикацию, все, не берут и так далее. То, что вам вернули с замечаниями, это нормально, это хорошо, это значит, вашу статью почитали, вы ее можете усилить, и это прекрасно, это не значит, что ее не взяли, это значит, ее нужно доработать и отправить. Так вот, отклоненных 15, да, то есть, ну, в принципе, сейчас мы сравним, хорошо это или плохо. Пока мы просто себе на ус мотаем, что вот это очень важный параметр. Второй момент. Срок публикации. То есть, несмотря на то, что журнал выходит каждый месяц, мы говорили, что региональная экономика выходит 12 раз в году. Срок публикации 120 дней, средний, то есть в среднем 4 месяца от момента, пока статья поступит и она будет опубликована, у меня может пройти. И если я аспирант, и я, например, там забыла сначала публиковаться и вспомнила, что мне надо же еще одну публикацию иметь, и мне осталось там вот совсем немножко, у меня уже работа готова, все готово, мне надо срочно опубликоваться. Если я в такой журнал буду пытаться подать свою статью, я зависну с этим делом минимум на 4 месяца. Считайте, что это минимум, друзья, считайте, что это минимум, потому что вам вернут на рецензирование, на исправление после рецензирования, пока вы исправите, потом вы вернете, они посчитают, что это как начало. То есть вот так вот рассчитывайте, да? Соответственно, сравниваем другой журнал, который мы брали для... этого парного сравнения оценки «Экономика региона». Посмотрите, доля отклоненных рукописей, друзья, 70, 70. То есть те самые 15 на фоне этого сравнения – это просто прекрасный результат, просто прекрасный. То есть мы делаем вывод, что тот журнал намного доступнее для нас, чем этот журнал.
Кроме того, посмотрите на второй параметр, который я вам настоятельно рекомендую просматривать, это срок публикации. Здесь вы будете ждать полгода. То есть представьте, если вы собрались за год написать кандидатскую диссертацию, это реальная задача, это не простая задача, но это задача реальная, вам надо умудриться за это время опубликовать публикации. Вот реально, если вы будете в такие журналы подавать? Нет, вы сами себе осложняете задачу. Поэтому вот так вот сравнили, например, эти журналы, и сразу у вас какая-то картина более полная, что вам подходит, что менее подходит. А вот отвечая, кстати, на вопрос Ольги Ивановны, да, вот смотрите, вот здесь есть вкладочка специальности ВАК, по каким специальностям этот журнал ВАКовский. Но я это могу увидеть уже тогда, когда я зашла в журнал. То есть здесь, в принципе, это увидеть можно, но, несмотря на это, друзья мои, я вам настоятельно рекомендую, раз между ВАКом и РИНСом есть вот такое какое-то, ну не то что противостояние, нет, ну вот какая-то несогласованность, на всякий случай перечень ВАК журнал проверяйте. Дальше движемся. Почему такая ситуация? Ведь нам казалось, что мы, в принципе, можем почти одинаково попасть. Вот давайте посмотрим. Экономика региона. Да, еще некоторые аспиранты считают, что вот московские журналы, туда вообще не попадешь. А вот какие-то там региональные журналы, туда милости просим. Друзья, но это совсем не тот фактор, на который нужно обращать внимание. Вот я вам специально выбрала два журнала. Один московский, один екатеринбургский. Почему экономика региона 70% отклонений? Почему полгода будем ждать? Как только мы видим на эту вкладку индексация, это вы ниже смещаетесь по тому же, вот карточка журнала, мы все по этой карточке движемся, да, с вами. Смотрите, этот журнал индексируется в РИНС, он входит в ядро, он входит в ядро РИНС, он входит в перечень ВАК, он индексируется в Web of Science, он индексируется в Scopus. То есть это такой журнал, если вы посмотрите на его импакт-фактор, у него будет импакт-фактор очень высокий. Потому что, ну от того, что вы бы циферку увидели, она бы вам так не сказала, картину такой полной бы вам не сделала, чем мы с вами сейчас вот этот анализ, оценку журнала провели. Но ведь действительно мы так четче понимаем, почему такая ситуация, почему там полгода. Ну потому что это журнал такой. Посмотрите, в каких базах он индексируется. И, пожалуйста, региональная экономика. Это журнал индексируется в РИНС, он входит в ВАК. Все, он в эти базы не входит. Вопрос, это плохой журнал? Нет, это журнал хороший. Вот эти журналы в моем профиле и тот, и другой журналы хорошие. Они просто разного уровня. И если вы для публикации выбираете, например, вы занимаетесь, как и я, допустим, темой, связанные с региональной экономикой, выбираете второй журнал, это не значит, что вы в слабеньком журнале публикуетесь. Нет, вы публикуетесь в том журнале, который полностью отвечает вашим требованиям. Он является ВАКовским, и он индексируется для того, чтобы вам потом вот эти ваши цитируемость, индекс Хирша и так далее тоже иметь сразу же, да? То есть мы вот это проверяем для этой цели, чтобы и как активность публикационную проявить, и как вот все-таки некий наш научный индикатор, на него тоже обратить внимание, на вот те показатели, которые для нас будут важны. Поэтому не рассуждайте, пожалуйста, в категориях «это белое, это черное, это хорошее, это плохое». Просто этот журнал для другого уровня исследователей. Он более серьезный, вы обязательно в нем опубликуетесь или в журнале такого типа, или еще более продвинутом, да. Когда вы защитите диссертацию, у вас будет лишнее полгода времени для того, чтобы контактировать с этим журналом, поправлять свою работу или написать какую-то изумительно сложную статью. А вот, поэтому здесь вот на это обращаем обязательно внимание, потому что это важно. А бывает ли по-другому? Может быть, все вообще такие журналы? Ну, я вам еще один пример журнала даю. Это тоже журнал, он и РИНС, и ВАК. Журнал московский. Журнал очень давний, если мы посмотрим сведения о журнале, он вообще давным-давно, период выпуска с 91 года журнал выпускается. 4 выпуска, смотрите, 50 статей, да, то есть вот так же движемся по этим вкладочкам. 50 статей в журнале.
То есть этот журнал, те по 100 в год опубликуют, а этот 200 в год опубликуют. Более того, смотрите, какой важный для нас параметр. В каждом номере примерно 270 страниц на 50 статей. Значит, в среднем статья будет 5, ну 7, может быть, страничек. То есть вот этот журнал подходит для тех, кто еще не чувствует уверенность в себе, он соответствует вашим критериям, он и ВАК, и РИНС, но он принимает маленькие статьи. Более того, если мы смотрим на рецензирование, смотрите, да, отклоненных статей 18%, но если мы с вами посмотрим вот сюда, то у нас это может быть удивление, а может быть радость для кого-то, да, что, пожалуйста, вы можете опубликоваться в среднем за 15 дней. Ну, 15, не 15, но за месяц вы опубликуетесь. Поэтому, но мы тут должны еще учитывать, есть ли платность, бесплатность и так далее. Я сразу могу сказать, что публикация в этом журнале платная. Публикация в тех журналах, которые выше были названы, бесплатная. Поэтому вот учитывайте эти все обстоятельства. И платность, бесплатность мы тоже должны учитывать. Но мы же с вами деньги не рисуем по вечерам. Я не знаю, как вы, я не научилась еще. Поэтому мы должны это обстоятельство тоже учитывать, понимаете? Потому что вам деньги потребуются для поездок, для каких-то, для организационных мероприятий. И если можно найти журнал, который вам подходит, и опубликоваться бесплатно, то, конечно, это делаем. Но если у вас какая-то срочная ситуация, вот как в том примере, который я приводила, да, когда человек уже написал диссертацию, можно сказать, уже на рецензирование ее начал показывать, ему говорят, так не, у вас статей не хватает, срочно нужна публикация. Вот в таких случаях может быть такие журналы и выход. Хотя вы должны, естественно, понимать, если это платно, если это быстро, если это 5 страниц, но это другой уровень журнала. Но, тем не менее, всякое бывает, и нам с вами, значит, может потребоваться и такой журнал тоже. Ну что, друзья, я, как всегда, извините, уж я такая училка, я не могу вас отпустить без домашнего задания. Я вам рекомендую, если у вас еще не сделан отбор журналов, мы с вами уже говорили, когда на тему публикации у нас был вебинар, что журналы надо отобрать, эту подборочку свою иметь. Если у вас эта подборка есть, то оцените, пожалуйста, эти журналы так, как я сегодня вам рассказала, для того, чтобы вы понимали, что этот журнал вам лучше подходит или хуже подходит. Да? Это не очень сложно, я вам дольше рассказываю. Вы быстренько, у вас, например, есть там 5-7 журналов, вы быстренько пробежитесь, и, соответственно, все будет понятно. И, естественно, мы оцениваем с вами журналы по доступности, да, вот эти параметры, сколько отклонений, сколько времени, сколько есть времени у меня и сколько времени я буду ждать. И пытаемся повысить цитируемость. То есть посмотрите, насколько этот журнал доступен, открыт. Да? Вот, допустим, в региональную экономику. У меня есть статья в региональной экономике, это самая цитируемая статья, да, моя, но он закрытый. Он вот в библиоклубе есть, а больше нигде нет. Представляете, если бы он был в открытых источниках, ее бы еще больше процитировали. Поэтому вот эти обстоятельства обязательно учитываем с вами, друзья, и используем. Поделитесь, я уже вижу, что вы мне пишете спасибо, иду на этот курс. Елена Викторовна, отлично, я очень рада. Я вас запомнила. Будем встречаться. Да, друзья, дайте мне обратную связь, насколько вам было полезно, интересно и важно. Меня это вдохновляет для того, чтобы еще больше делиться с вами всевозможными нестандартными рекомендациями, которые на поверхности не лежат, да, и, в общем, не всем известны. Они очень важны для нас, потому что это очень облегчает нашу задачу. Если вопросы есть, пожалуйста, вопросы пишите. Я еще раз приглашаю вас на курс, буду очень рада встретиться, поделюсь, как обычно, еще большим количеством информации, да, и, безусловно, если у нас раз много тех, кто первый раз, я открою слайд со своим электронным адресом. Если вы сегодня постеснялись задать вопрос, или он у вас возникнет потом, да, то, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите мне, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, я просто
предупреждаю, что я могу ответить не в один день, может быть, я в течение недели отвечу, потому что у меня очень много приходит корреспонденции. Не воспринимайте, пожалуйста, это как игнор. Вот, это абсолютно нормально, напишите, и я с удовольствием отвечу. Ну и по курсу вернусь, и я смотрю в чате ваши вопросы, друзья. Огромное спасибо за ваши комментарии, за ваши благодарности. Для меня это очень ценно и важно. Мы с вами не рядышком, да, энергообмен у нас только через чат, поэтому мне ваши благодарности очень вдохновляют и наполняют. Так, интересно, советы, рекомендации классные, информативно. Как всегда, супер, Лена Ивановна, спасибо. Так, очень полезная оценка журнала. Друзья, я вот смотрите, вы теперь это знаете. Не переходите, пожалуйста, в категорию «я это знаю, но я это не делаю». Если вы, вот вы сейчас для кого-то это было откровением. Когда вы начнете это применять, это сэкономит вам кучу времени. Я вас все время задерживаю на вебинарах, вы уж меня простите, но не хватает мне часа. На курсе тем более, готовьтесь на 2 часа, раньше я вас не отпущу. Полезно, интересно, важно, огромное спасибо, вдохновляюще, полезно. Так, вы не могли бы перечислить ваш список библиотек? Дарья Григорьевна, сейчас вернусь на этот слайд. Так, какой он у меня по очереди? Сейчас, секундочку. Так, 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 так. Я просто смотрю на свою презентацию. Так, это 7-й слайд. Чтобы не листать, я вам сейчас быстренько его открою. Вот этот, думаю, что вы про него спрашиваете. Полезно, интересно, важно. Отлично, отлично. Познавательно, интересно. Сегодня вы для меня были как Иван Сусанин, который показал правильный путь. Огромное спасибо. Я очень рада своей миссии показывать этот путь. После курса, на курсе происходит, друзья, примерно такое состояние участников. Сначала участники в полном ужасе, потому что они этого не знали, и вдруг они поняли, что не так все просто, как им представлялось. Но зато потом все становится хорошо. Так. Интересно, полезно. Скажите, пожалуйста, дату курса. 12 мая курс начинается. Сейчас льготные условия. Пожалуйста, посмотрите на сайте курса. Надежда Юрьевна, курс очень рекомендую. Я очень рада видеть тех, кто курс прошел и продолжает ходить на вебинары. Очень счастлива, что мы не расстаемся. Полезен. Отлично. Вы лучшие, Олег Яковлевич, спасибо. Очень приятно. Тоже, когда люди уже прошли курсы, могут не ходить и вообще тебе ничего не писать, и они приходят и пишут, как же это замечательно. Оценку журналов проводят только на e-library. Мария Владимировна, нет, можно не только на e-library, но это самый удобный ресурс для оценки российских журналов. Мы сегодня сделали акцент именно на оценку журналов ВАК, потому что это требования ВАК. Да? Иностранные журналы кому-то нужны, кому-то не нужны, поэтому я сегодня не стала на это обращать ваше внимание, хотя это тоже важно. Но мы, кстати, об этом говорили на вебинаре, который был посвящен публикациям. Актуально во время изоляции, да. Нет, Наталья Николаевна, презентация недоступна. Либо скрин, либо в записи смотрим. Отлично, отлично, друзья. Я прошла до конца чата. Так, вопросы у нас есть во вкладке «Вопросы». Насколько важно вам печататься в журналах по специальности? Отличный вопрос, друзья, для тех, кто не ушел. Не просто важно, а принципиально только по специальности. Иначе, смотрите, у нас сейчас нет такого понятия, как журнал ВАК. Раньше было такое понятие, что если этот журнал в перечне, значит он ВАК. Потом было понятие, что если он в перечне по вот этой огромной специальности, например, по экономике 0,8, там 0,0,0,0, да, вот экономические науки, значит он ВАКовский по экономике. Сейчас не так. Значит, необходимо, чтобы этот журнал был по
ВАКовским по вашей специальности, поэтому шифр мы проверяем. Мы можем его проверить, я вам сейчас показала, как мы его проверяем на e-library. Но я все-таки доверяю в большей степени перечню, поэтому нашли журнал, оценили его, все, он вам понравился, там указано, что он ВАК, и вы посмотрели, что он вроде бы по специальности, по вашей, но все-таки не поленитесь, зайдите в перечень и проконтролируйте, точно ли по вашей специальности. Спасибо вам большое, очень хорошая помощь. Пожалуйста, пожалуйста, очень рада, что могу быть полезной. Ну что, друзья, я тогда прощаюсь, да, приглашаю вас еще раз. Давайте я сделаю на всякий случай для тех, кто вдруг постеснялся задать вопрос, раз у нас новенькие есть, вдруг было неудобно. Значит, друзья, я тогда с вами на сегодня прощаюсь. Большое спасибо, что в этот замечательный день были вместе со мной. Я надеюсь, что многие для себя нашли что-то полезное. И приглашаю вас на следующий наш вебинар, который будет через месяц. Мы будем говорить на очень важную тему, как не сдаться, да, как дописать диссертацию, как вот не попасть в какие-то сложные моменты. Вот. Поэтому, пожалуйста, приходите. Я надеюсь, что вам будет тоже интересно и полезно. И даже если у вас все прекрасно, приходите, потому что подготовка диссертации – процесс цикличный. Сегодня настрой позитивный, завтра можно впасть в депрессию. Так вот, будете знать, как этого не допустить. Ну и, конечно, жду вас на курсе. Курс будет начнется до вебинара, поэтому приглашаю, приходите. Всего доброго, прекрасного дня. До свидания, до встречи.